Поселок Кепша – болевая точка Краснополянского поселкового округа. Подтопление этой территории не раз проверяли силы гражданской обороны на прочность. Поэтому учения специалистов оперативных и городских служб проходят именно в этом месте. Их сценарий максимально приближен к реальности. Угроза затопления жилых домов, возможные пожары и спасение пострадавших. Первыми эвакуируют воспитанников детского сада. Вперед, аккуратно. Проходим, проходим, детки. Пока одни спасали детей, другие ликвидировали возгорание и вынесли пострадавшего из жилого дома. Главная задача таких учений – отработать взаимодействие между спасателями, медиками и сотрудниками полиции. Свои действия отрабатывали и специалисты горгаза, водоканала, энергетики и дорожники. Все службы прибыли согласно расчета и учениями, так сказать, оценку я поставил удовлетворительно. То есть мы реально показали, что мы в состоянии на первоначальном этапе именно справиться своими силами округа. И, конечно, какие учения без авиации? Вертолет МЧС должен был доставить тяжело пострадавшего из Кепши в краевой центр, где ему окажут экстренную высокотехнологичную помощь. Спасатели успешно забрали пострадавшего прямо из русла реки, несмотря на ветер и сложный рельеф местности. По окончании учений были проанализированы действия каждой из служб. Пока выводы делать рано, но из того, что я увидел по отработке в Кепше вопросов, слаженное действие присутствует, взаимодействие понятно и прозрачно, люди понимают свой маневр, экипировка довольно-таки серьезная и современная. Поэтому будем дальше над этим работать, а те шероховатости, которые волей-неволей будут возникать, будем стараться над ними работать. Подобные тренировки специалистов различных служб пройдут в каждом районе курорта, после чего Управление гражданской обороны Сочи будет сдавать экзамен мэру. Масштабные городские учения планируют провести через месяц. 2017 объявлен годом гражданской обороны. Исторической датой создания службы считается 4 октября 1932 года, когда Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне территории СССР. Этот документ и стал основой для создания организации, которая призвана решать задачи по защите населения и экономики страны от нападения противника с воздуха. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.